он меня пытается ударить. Он охренел вообще? Он тебе не пытается ударить, он тебе ударяет коротким мечом. Более того, он критует. Ну давай, на 14. Нужно, ну хорошо, ударить. Я ранен, ну. О боже мой! Мы никого не будем оставлять живых. Никого. Подожди. Если кто-то будет препятствовать мне... Какие изменчивые эти монахи? Тренинг уверенности в себе. В нашей партии приходит добрый монах. Господин Лакримон, по вам ловко стучат коротким мечом по вашему фулплейту. Вы как типичный файтер просто поворачиваетесь на это и спрашиваете, кто там. И атаку можно провести. К сожалению, нет. У него просто 13. Хотя 13, может быть, и можно. Энви. Пока все, кто стоял рядом с тобой, умирали. Я тебе еще, кстати, подскажу, что если ты станешь сюда и будешь его атаковать, то у тебя... Да, там смеха вообще дурная будет. Следующая атака пойдет в ближайшего, кто ко мне стоит. Неважно, кто это. Здесь 60 жирных футов есть по диагонали, правильно? Что ты хочешь? Эй, моего заложника не трогать! Я допрыгну. Ну ладно, мы его тут вдвоем крутим. Вообще, эй! Эй, не трожь наше тело! Представляешь, какая шальная сника будет, ее там пучика! Не будет одного заложника, другого найдем! Да, мы, во-первых, мы отпинаем тебя! Я думаю, этот чувак явно этого... все, пошли в жопу, короче! А Рич дает фланг? Мир вокруг меня! Ты же... Тебе дают! Ты же видишь, что его... Что? Да отстань от меня, женщина! Мир вокруг меня превращается в сплошную серую тень! Я делаю рывок! Я тебе душу этого, придушу кого-нибудь другого! Я делаю рывок вперед, срываюсь и чувствую, как мое тело переносится в пространстве. Минус 4 и забой. И я всаживаю чуваку, я надеюсь, двух. И ты появляешься ровно между двух рук мага, на которых играют молнии. Ну пошел! Минус 4. Кинь, пожалуйста, свой балет. Я понял. А если я буду стоять, например, да. Вот так? Нет, это тоже будет чувак фланг. Не ожидал просто. Так, точнее, вот так будет фланг. Ты же сказал, что в любом случае, когда я такую херню буду делать, они не живут. Как не выживут? То есть чувак так рядом с ним появился и как бы все. Слушай, но они живут в мире магии. Там чувак фаерболом запулил. Не жрёг этого самого. Так, у меня сейчас... Он больше испугался велосипеда, на самом деле. Нет, одну. Я не могу припугать. Они не испугаются, они думают, что я притерянный. Не поможет, не поможет. Я пробовал. С единичкой не поможет, извините. Добро пожаловать в наш клуб неудачников. Надо спрятать мыло. Это была аура просто. Это аура или хвост? Это настолько недобро, посмотри. Господи. Яна, ты видишь, что... Появился и зарезал флор. Дай пять. У него сорвался первый команда. Главная команда. Это такой план был, да. Да у меня тоже это чертовский обидный, когда эпик сбивается. Да берите его, заложите, что хотите делать. За артистизм. А можно переиграть? Почему меня никто не бьет? Всегда можно переиграть, когда играют евреи. Наверное, потому что все, кто стоит рядом с тобой, умирает. Ты не думал об этом? Надо было, не знаю, хотя бы доспех снять. Может быть, не убивать врагов с одной атаки. Надо так поэкспериментировать. Ты ж мазохист. А как это вообще выглядело? Я сам себя ранил больше. Я сам родился тут. Смотрите, как это делается. Он появился перед этим и попытался его ударить. А вот он забил на это дело и пошел дальше. Ну куда же пошел? Ну его нафиг. А это за вот этот удар? А это всего лишь? Ну, я так придерживаюсь этих хвостов за шею этого. Энви, ты вовремя, свяжи его. Ну, это экстраспособность. Не-не-не. А с другими дэмэджем экшен. Когда свяжи меня, свяжи. Если будет какой-нибудь армор плюс 5 дэмэджем. Я свяжу себя, судя по всему. Ну, у меня будет 5 того и один, на который снимется по-любому. А нет, зачем 5 того, 5 того и один. Что, я хочу? Уже? Да, ты так все того. Иди отсюда. Мне перепрыгнуть надо или перелезть? Просто на одну клетку потратишь больше. Можешь кинуть акробатику, но вообще ничего не посчитаем. Нет. Перелажу аккуратно. Вы все решили собраться вокруг этого чувака? Опять убил
Нет. Там два чувака осталось вообще. Хоровод водить давайте вокруг этого глаза. Там злой монах, к нему не подходи. Там злой монах, там огромный воин. Ну да. Которому не разрешили почему-то убить. О, нет, мне еще должно. Сейчас все будет нормально. И по пути... А вот теперь я убивать не буду. По пути я... Ты моя привет. Пытаюсь что-то там скомандовать себя. Плошь мы обеи, чё. Что-то шепчу в руку. И пытаюсь его коснуться. Да что ж такое? Его волю. Все чуваки хотят кого-то чего-то коснуться. Все подруги. Пленника не возьми, все на него претендуют, ну. Это этот кубик или этот черный? Выкинь этот кубик. Или не тащи его. Меня интересует... 16. Он сжал зубы, он ничего не боится. Есть? Да. Ну, тогда ничего. У него очком же. Он так смотрит на тебя. Что-то, мне кажется, что твои друзья не в курсе, что мы с тобой договорились. Какой-то звук ручейка такого. А мы ни о чем не договорились. Да убей его! Нет, я долго тренировался. Я не про. Я про Савиана, то есть он так. Он так обиделся. Это ж монах, у него должно быть все гармонии. Невозможно просто так. Остальные обидные что по сравнению с моей болью сегодня? Я делаю. У меня чекпоинта нет, почему-то. Значит, монах делает приблизительно так. Следи за рукой. Спи. Видишь этот палец? Это палец смерти! И это... да. Сложность чека какая? Сложность чека... 16. По форте. Я попал, да. Да ёпарасота! Что за дерьмо? Промазал. Это я тут девайс новый притащился. Второй раз. Что за хрень? Что она сделана? А я не могу второй раз. Магнитом. Станин фист — это одна атака. Я не могу её в комбу. Да. Кобзюк! Я прыгаю сюда. Мне тут вот... Что за полярность? Вон там двадцатки, вот тут фейлы. Биполярность. Это же ужасно. Это странно вообще себе. Мне надо кидать акробатику, или я прыгнул туда? Я верю. Ты ски единичку потратил свою и просто перелетел, так знаешь, как... Ну тогда сюда. Так... Тогда я даже сюда. Вот. Я отпустился так. Верю. Все. Короче, приблизительно над деревьями пролетает монах, цепляется хвостом, выросшим из опы за дерево, перекувыркается и, короче, сюда приземляется. Мактус. Ну, отлично. Делает прожжённое поля. Да. От него плохо пахнет уже, если что. От кого? От этого? Да. Ну вот, тем более. По-видимому, точно плохо. Вообще там такой полупроводник под ним уже разлит. Нет, я отойду от полупроводника, извините. Запущу фаербол. А что тут у вас происходит? Нет, я посмотрел на эти броски, никакого фаербола, там спецбросок есть. Поэтому я кидаю мэджик. Слушай, кисть же, реально, кисть сюда фаербол. Ты же любишь удачу. Ну, допустим, я на него вернусь. Нет, я кидаю мэджик писайл вот в этого вот. Я в любом случае выжил. Да. Там есть спецбросков. Иди по атаке, да. 100%. Ты хочешь убить? Да. А почему бы нет? А кого мы пытать будем? 11. Ну, мы пока вожака в плен брали. 16. Да. Мы даже о чем-то договорились. Точнее, мы бы договорились, если бы он отозвал своих. Но он своих не отозвал. Да. Как раз хватило. Четверка. То есть 20. Его череп лопнул, извини. Sorry! Science bitch! А я тут думал, он сейчас будет убегать и кричать что-нибудь. Ага! Я сражался с монахом, жив! Побежит в их лагере. Никто об этом не расскажет. У него что-то не работало в этом писанце, я не знаю. Я плашмя топором его бью. Плашмя? Ну, он летал. Минус 4 к атаке. Точно попадешь. Кубик не убей. Кого? 13 плюс. Да. Да. Дофига. Бей урон.
Прыгай, да, сейчас тоже станет чисто. 7. Надо было сразу туда прыгать. 10, 12. Бум! Ты размажил ему голову. А он умер? Я понимаю. Все равно? Но он летал, если минус больше минус очки зайдет, то все равно. Это нормально, но он летал, то есть он не умер. То есть он просто упал с разбитой головой. Вот в этом варвар просто был немножко увлечен. Ну ладно, играем по правилам. У меня топор был подожжен, а я подожженным же. И еще 6. Долбаная кнопка! Долбаная кнопка! А где заел? Она не выключается. Ладно, там не кнопка, он по желанию мог это отменить, но он решил его убить. Смотрите на его выражение. Он evil. Партия становится evil. Нет, это честно. Там не было кнопки никогда. Я за честность. Ну ладно, он так поворачивается. Ну так они же в курсе, что мы уже договорились, да? Сейчас мы договоримся. Мы бы договорились, если бы ты отозвал своих. Сейчас я договоришься. Мы послушались. Итак. Я дал условный сигнал. Итак, давай поговорим, да? Я остался. Ну, сейчас поговорим. Это плохой условный сигнал. Он мало заметен, говорит ему маг. Ну как мало заметен? Что вы со мной сделали, гадкие уроды? Я буду плакать. По 300 золотых на каждого. Можно это перебить? Так по поводу пожалуйста. Предложения про 150 золотых человека. У тебя хватит каждому. Денег? И чем же такая еще важна личность, интересная? Да, ты там что-то что говорил. Что такое рассказывал? Мою часть можешь оставить на похороны эти несчастные. Я немножко перепутал. Уже разговор знаешь, пошел. Так бывает иногда. Живешь себе в своей стране. Бывает. Да, вот у тебя получается. Банда есть. Mm-hmm. Вот. Тоже. Раз, обычно недолго. Раз приезжают заезжие гастролеры и вырезают все нахер. Господи, ну я же хотел поговорить. О чем? Пустил фаербол. Думал, ты поймешь, скажешь им, чуваки. Привлечь внимание, разжег. Паники. Все же хорошо шло. Все идеально. Да ладно. Тебя ж просадили, посадили. Мак так. Один болт. И в глаз. Ах, парень. Меня не в такое дерьмо влипали. Охунали. Его связываешь или нет? Что, связать? Какие 150 голды? Все деньги забирать. Слушай, ты, может, преступник известный? Да, мы его связали. Ну, он известный-то? Ну, как известный? Не очень известный. На самом деле, у меня для вас есть информация, которую бы я вам продал. Продал? За твою жизнь, давай. Но, торгуемся? Кстати, пока касаюсь мага хвостом, шепчу заклинание. Дерьмо! Если вил, то конечно, это выбрало. Конечно. Можешь кинуть эту волю. И сопротивляться. Подожди, усиленно. Ты сопротивляешься? Ты сопротивляешься? Одну минуту. Это негативное действие. Откуда ты знаешь? Я должен чувствовать. Но ты чувствуешь какое-то действие на себя. Действие, но я маг! У меня есть знания арканы. Нет времени, хилит, арканы. Нет времени объяснять. Сопротивляйся или дай волю. Блин, она уже коснулась, ты же должен чувствуешь влияние. Некогда думать. У тебя уже булки сжимаются, давай. Чуть-чуть осталось времени для полного. Все, никаких слов, просто касание хвостом и действия. Вот это тебе касание хвостом. У тебя хвост. Ладно, я посмотрю. Я посмотрю, что из этого выйдет. Окей. 16. Вышло. Прошептала молитву 16. Некротическую. Нет, это больше ко мне. Я могу тоже полечить. Да, тебе стало. Ты не почувствовал. Или что? Нет, только не что. Тепло ее, и тебе стало как-то легче. В итоге, получается. Я могу тоже попробовать. Эх, парень! Я и не такое терпи. Типа того. А можно я тоже попробую? Нет. Уйди. А можно я его полечу? Меня полечи, меня. Тебя? Больше хаоса. Ты тоже чувствуешь касание? Кидаешь его или нет? Ну, если подумать, то, в общем-то, я готов. Ну, знаете, кидай. Как старые друзья. Очень часто старые друзья друг другу делают некие подарки. Ты назвал меня старым, сопляк! 13 урона. Друзья?
Не-не-не, я даже не могу назвать вас старым сопляком. Вы видите, достаточно почтенно для своих лет. Ну, мне не получилось. В общем, все, о чем я сегодня говорил. Друзья, на чем нравилось вообще? Лужица увеличивается. Вот, дело в том, я вижу вас очень такой... У меня пока не очень получается. И поэтому, как опытный воришка, предлагаю вам следующее. Вы отпустите меня, ну, разумеется, я оставлю вам все, что вот, ну, вот лежит на поле, вот это все ваше. То закопаешь вы, сам? Вы, да, конечно, конечно. Махни его такими, как скажете, инсайд. А, абсолютно равнодушными глазами смотрит. Блядь. Он зароется вместе с ними. А что он не закопается? А что он дальше говорит? Что? А что он дальше говорит? Ну, и позвольте мне уйти, а я вам поведаю одну очень, наверняка вас заинтересующую вещь. Давай. Нет, подожди, сколько денег у тебя? Погоди, одну минутку. Потом. Дай мне подумать 20 секунд, молодой человек. Детектался. Меня интересует, я своим глазом вижу, насколько он при смерти. То он? Да. Он да, почти его, жив. Он его что, не достаточно? Я всем мазали. Витя, 37 сенс-мотив. Насколько он пьет, насколько возможно заинтересоваться история? Ну, сложно понять, насколько вас может заинтересовать история, которую вы не слышали, но ему кажется, что это вас может заинтересовать. Итак. А может. Вот, это первый пункт. Второй пункт. Он реально хочет жить. Я догадалась. Он всячески будет идти на сотрудничество. Итак. Сколько будет нас зависеть? Давай по-другому. Давай ты расскажешь историю, и мы решим, насколько нас заинтересует. Я что-то не помню такого. 118 секунд. Я могу улавливать его. Ну, не знаю, мысли блондинки во время шопинга. А, паника! А, вот сейчас! А, паника, и я. Это не шопинг, это зайти в магазин, а потом пятницу еще ничего не будет. Хорошо. Мак говорит. Ты уверен, что эта информация достаточно ценна? Очень. А мы сейчас это проверим. Это касается одного из вас. Говорит, он такая. И у него где-то на подкорке должна появиться информация, что же он думает об этом. Ну... О ком он хотя бы думает? О ком это явно отель Гуль. Думает. А можно я его ударю? Это два варианта. Он будет думать либо про нее, либо про нее. Вариантов немного. Дорогой мой дружище. Я хочу, то есть я кастую на свою плеть такой немножко, она видно, то есть она металлическая, поэтому она такая, видно, что начала краснеть, накаляться, и я бью его нон-литлом. Плеть я могу вполне спокойно ударить нон-литлом. Ау! Главное не убей нон-литлом. Помочь? 16-й. Без проблем. Его там связал. И он волю 16-ю прокинул. Я его связал, да. Что? Нет. Ну, тогда он на ближайший 1-4 раундов просто секунд. Ждем, пока отойдет. Так что ты хотел рассказать? Так он так уже секунд. Я очень боюсь. Сколько у тебя денег? У меня мало. Все деньги. Да блин, пошарься. Вы думаете, если бы я был богачом, я бы нападал на такую организованную компанию, как вы? Да. Сразу нет, видно. Послушай, то, что ты дебил, это понятно. Но денег у тебя сколько? Где клад? И историю, пожалуйста. Где ваше логово? Ты пока вы притянитесь. Деньги. По очереди все. Я на всякий случай плеточкой еще помахиваю. Ты рассказывай историю, а то тебя убьют, говорит монах. Нет, мы его не убьем! Нет, да, пожалуйста. Такие искорки между рук. На самом деле... Я его могу спокойно месяца три мучить, если что. Профессионал. А потом мне может надоесть. На самом деле, позавчера в таверну пришли какие-то странные люди. Вот. Эльфы? У них были знаки Восфайндера. Андорана, очень похожие на те, которые... Вот на ней. И это он. Хочешь выяснить? И чего они хотели? Ты сосенёр? На МРС. 250 золотых.
250 золотых. Вот, и нам предложили много денег. Ну, нас правда никто не предупредил. Денег? Так именно поэтому денег вы дали? На нас все-таки напали? А, деньги мы должны в таверне получить. За что? В какой? У кого? Ну, мы должны предоставить в качестве доказательства то, что мы сделали работу, ее нагрудник. Оу! А кому? В какой а сколько нагрудник стоит? Сколько? Нормально? Рефриловый бейсплейт. Речь шла о 2000 монет. Ну, не нагрудник дороже. Деньги. Да, я думаю, мы сможем продать этот нагрудник. Продавать. А какая-то верно и разливать нет смысла, походу, тебе. Проблема в том, что нагрудник дороже стоит. Серьезно? А кто собирается его отдавать? Он рефриловый. Кто собирается его отдавать? Может, подделаем? Какая-то верно. А почему тебя ищут твои друзья и хотят забрать? И кому именно и когда вы должны это отдать? Понимаешь, я завтра вечером. Это нагрудник предыдущего лейтенанта Андрана. Он вам описан. Ну так немножко получилось. Они очень похожи на тех, которых вот, ну, у нас проблема, ребята. В таверне. У нас проблема. Это нагрудник предыдущего лейтенанта Андрана и вот. Да, вот эта женщина как бы. Это лейтенант и женщина. Убила его, наверное. Ты можешь изобразить его? Нет, это, ну. Конечно. Он был мужчиной, вылили, когда я его снимал. Да. Нет, когда снимал, уже не скажу. Ну, в конце я не буду. Не надо. Стал женским. Но мы с ним немножко поразвлекались. Дать, он очень приметный. Проблема, эти гады словили мою госпожу. Аккуратно вытряхиваю его, не забираю. Я не понимаю, как из мужского нагрудника. Кому обещали, это вон те, с кем очень похоже, с кем общался. Как вам сказать, должно было быть... Мы на самом деле не так давно собрались вместе, до этого мы, в общем-то, как они сюда быстро доехали. Охотниками. Вот я хочу сейчас. Вот, охотились здесь. Вот и охотились бы. Ну вот нахрена. А возможно, так же, как и мы. Значит, у них много денег, если они могут 1500 дать. Мне пофиг, охотник, не охотник, ей-богу. Маленький вопрос. А вот опиши, пожалуйста, вот этих молодых людей, которые. Я уже сказал, еще раз повторю. Он вам описывает их, они очень похожи на тех, которые подходили к Тель там в таверне. То есть они, блин, 1.5 косаря на телепорт просрали, чтобы взять нагрудник. За два. И еще 2 косаря заплатить. То есть уже 3.5 стоит. Они могли бы его купить. А им не нагрудник нужен. Извините. Вы думаете, это такие фетишисты, которые охотятся за предметом. Рейдеры. Они хотят эпик. Пока они там все разговаривают, я еще так шепчу эту молитву и исключая его. Вот это чудо. Ты смотри, не убей ее. Я ж не нежить. Ну, хрен тебя. Я вообще на самом деле. У меня даже ауры добра и зла не веет. 15 на всех? Ну, я монах. Ты умничка. Не знаю, ты почти идеально вылечила меня. Не ориентируюсь. Срать на этот. Ну, монах он за это самое, за... Как это? За концентрацию. Да. За ки. Не за ки. Мне ваши ауры. Вот. Мне он чуть-чуть надоел. Да, стопы! Я замахиваюсь уже топором. Я делаю пальчиком так. Станет! Да, вот на. Давай. Стопы! Я замахиваюсь топором. Ты замахивайся, а плюс. Только плашмя. Плюс 13. Если ты с дизармом делаешь? Нет, зачем дизарм? Станин фист. Это или станин фист, или дизарм. Дизарм лучше. В любом случае, блин, не попал. Вот говню. Почему? Ну там 20. Почему у меня за этот сраный нунчаку больше, чем... Чем за камни? 19, чем за анармет. Понимаешь? Так это ты, наверное, Флари в Блоу смотришь, поэтому... Скорее всего. Нет, тут всего здесь. Стрейнг, если там прилично должно быть. Твой баб плюс стрейнс. Нет, там... За простой удар. Ну... Ну, вот Не знаю, написано так. А сколько у тебя АЦ? 23. Ну, у него 23. Замечательно, ты ожидаешь атаку от него? Нет, внезапно. Минус ловкость. От него нет. На замахе. Минус ловкость. Минус доджи, если есть. То есть только твой армор. 3 плюс... Минус 3. А, плюс 11 минус у него должен быть. Минус додж это 1. И минус ловкость минус 11 плюс 9, у меня 20 получается. А, 20. Тогда ровно. О! Плюс 1, все правильно, 11. Так, 20 к 20 это все равно. Попал. Это попал. Ну там небольшой, это 16. Я здоров. Фортуну сейф. Сейф кидай. Это что? Кидать? Плюс 9. D20 и добавляйте фортитуду. Плюс 9.
Джак, блин, меня кубик этот убьет. 12. Не, ну ты просто стоишь, грустишь. И все. Не бей, подожди. Если ты замахнулся, он так ловко так. Нажал на спинку куда-то. Куда-то нажал, о! И ты так сработал. А, на самом деле даже больше, потому что еще по-прежнему большой. Стоять! А он дотянулся, то, что я большой, кстати. А? Он высоко прыгает. Он нажал тебе на коленку. Так он. И скажи спасибо, что не выше. Или ниже, чем выше. Ну, спасибо, и у меня потекает. А, вот как-то можно прокинуть, чтобы можно было сорвать. Держу палец, обращаясь к вот этому вот гражданину, говорю, слушай, ты тут местный, у тебя карты нету местности подробной, чтобы мы так... Да смотри, я то сделаю как с ним. Будешь вот так вот тут стоять. Нет. А сопротивляться так просто не отделается. Запугиваю его, говорю. Там на, подержи за плеточку, подержи, подержи. Вот я тебе передаю плеточку, подержи за ним. Инсайт. Ну, так, где? Где мой инсайт? Почему? Почему инсайт? А как? Интимидей. Ой, интимидей. Ой. Ой, мамочки моя. Зеленый бублик. Это 10, да, я надеюсь? Это 1. Бля. Что? Блин, ну что за херня? Здесь там отдельно есть. Ну, значит, все говно. Ну, еще он не пугается. Плюс 2 плетки. А смотри на тебя так. Спи! Я его еще раз плеткой бил. Да что вы творите? Он спит, все. Дай человека, что? Да, хорошо, не все застыли. То есть он вам рассказал... Я могу еще полечить. В том, что люди, которые наняли их, 6 до 8 плюс. Охотится почему-то 16. За доспехом. Сколько? Тальгур? Встретиться должен с ними в таверне. Плюс называется она. Плюс 2 до 8. Вот. Да. Да. И встреча на троечку. Да. Она может столько лечить? Так. Маленькая ремарка. То есть с них вы собрали порядка 1000 золотых со всех. То есть вместе. То есть, скорее всего, может быть, это у них весь общак и был. Кто берет с собой все деньги на работу? В принципе, по сотне с человека получилось. Могли бы сразу заплатить. Вот. И оружие этого чувака, то есть у него нормальный комплект оружия мастерорковского. То есть у него хороший арбалет мастерорковский, сундук. Рапира мастерорковская, сундук. Короткий меч и два ножа мастерорковские. Все в сундук. Священный смотрит. Деньги я не беру вообще. А балет, вспоминая телепорт. Сам не репитит, поэтому нет. По 200 золотых запишем. Лети продавать. Такой команды нет на него. А у нас есть специальная сумка, которая продает сразу. Да. Да. Ну не сразу. Ну не сразу, но продает. Пока слетает, пока вернется. По 200 голды. Мы до сих пор не знаем, ее можно подкупить или нет. Скоро узнаем. Но мы пытаемся периодически. Или запугать, да? Оно языки понимает, сумка? Сумка? Языки? Можно попробовать отрезать языки. Нет, у меня есть Mega Spell, Share Language. Я могу научить сумку на своему языку, а потом будем его пытать. И узнаем. Ей-богу, мы до такого... Да, даже мы до такого не додумались. Я до такого не додумался. У нее, к сожалению, нет интеллекта. Жаль. Ну, можно лошадь научить. А, так ты яро хаосик. В общем, я извиняюсь за сегодняшнюю смазанную партию. Надо было вас как-то познакомить. По-моему, было все неплохо. Было, по-моему, мы весело. Вполне познакомились и узнали характеры друг друга. Вот, да. Такова была цель. То есть, теоретически можно было вас сразу пускать в подземелье, но я решил, чтобы вы немножко... Зачем? Чуть-чуть застряли в походе. По-моему, все вышло как нельзя кстати. А тут нигде случайно крови нет? Кроме их. Кроме их. Ну, если ты, ну, не знаю, ты можешь взять несколько тел, сделать хорошие надрезы на уровне шеи, подвесить за ноги. Более старое. Кого-нибудь они грабили вообще? Убивали? Я его вначале спрашиваю, потом ищу. Ты если походишь, ты видишь, что, как правило, это бревно явно вытаскивали в разных местах дороги. Вот. И... А на нити срубать никак? Они интеллектуалы. Мы решили, что если каждый раз срубать бревно, потом его отмосить, скоро друида будет видится. Деревьев просто. Знаешь, если каждый раз срубать дерево. Вообще. Значит, работает. Да. А это сухое, оно легче. Они вот таскают, оно специально оно сухое, его там чуть-чуть времени не потратил разбить можно. Для него, чтобы не намокало. Нет, просто среди них есть маг тоже, у нас large person. Они кого-нибудь выбирают, а он тягает. Он просто пластинг диск создает и все. Ну ж тяжелый. И что? Он не весит 800 фунтов, извини. Мало ли. Ну, вон на сколько клет.
Интересно, кто же из них был маг? Новичок судорожно тыкает в кого-нибудь из них. Смешно. Давайте оставим, посадим на цепь. Чуть по секрету. Смотри, вот чувак очень похожий на него. Может такой длинный? Так что я бы на вашем месте не доверял. Родственник, что ли?